Еще больше интересного, любопытного, важного. Еще больше вашего доверия. Вашего доверия. В рамках просветительского проекта «Диалоги о семейных ценностях» в Сургуте появился новый монумент. Памятник нерожденным детям открыли в храмовом комплексе Георгия Победоносца. Фигура мамы выполнена из мрамора, а фигура ребенка из прозрачной смолы. Отмечу, что в Сургуте создана реплика известного монумента словака Мартина Худачика. Мы готовились сделать открытие этого памятника, нерожденным младенцам, к Дню Матери. Почему к Дню Матери? Для того, чтобы мамы никогда не сделали того, что начисто убивает и низлагает их материнское достоинство. Никогда не убивали своих детей.